Всем здорово! Купил вот такой вот контурный шаблон, якобы незаменимый помощник в хозяйстве, пристройке и ремонте. Ну, вещь на самом деле неплохая, но имеет... Да, брысь. Ряд недостатков. Вот смотрите, допустим, нам надо померить трубу около стены. Вот стена, вот распакованная еще у нас болгарка, вот труба. Мы этот шаблон приставили, отметили, там все сделали. Несем к ламинатине. Оп, все, он у нас бился. Большой недостаток то, что все ходит тут ходуном. Надо как-то фиксировать. Один из самых простых способов – это зубочистка. Можно бамс, вставить ее, и все. Проверяем. Труба, шаблон. Так, шаблон. Труба, шаблон. Приехали, поджали там все эти. Поджали там все эти вот так вот. Джин-джин-джин-джин-джин. Джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин-джин. Идем к ламинатине. Приставляем, обчерчиваем. Ничего у нас не сбивается. Также можно использовать клин. Можно использовать клин. Бам-бам-бам. Вставили клинышек, опа. Опять же смотрим. У нас стена, труба, шаблон. Все, все эти пластинки подправили. Бам-бам-бам. Вставили клинышек. И все, идем. Ложим на ламинатину, отмечаем. И получаем красивый вырез. Это самая простая доработка. Теперь давайте сделаем доработку посложнее. Но надо разобрать. Обязательно надо разобрать. И вообще интересно же. Вот интересно, что внутри. Мне интересно? Мне интересно. Вот как-то странно. Один болтик отсюда, другой отсюда. Болтик. Сейчас напишите. Болтик. Саморезик. Так, что он у нас не хочет разбираться? Ага, я не разбирал эту штуку никогда в жизни. Опа. О как, я боюсь, она сейчас как раз валится у меня. Опа. Опа. Ой, хитрёна-марёна. Так, разобрали. Разобрали. Что нам надо? Нам надо здесь добавить еще одну хотя бы пластину. А нам ее негде взять. Вариант вот эти немножко согнуть. Вот мы ее согнули. Согнуть одну, вторую, третью, четвертую. И они будут там плотно сидеть. Это в другую сторону чуть-чуть согнули. Это в эту же сторону чуть-чуть согнули. Это в эту же чуть-чуть сторону согнули. Собираем обратно. Ну, такой способ, скажу я вам сразу. Так себе, так себе. Но я думаю, что какое-то время он поработает без проблем. Так, мы подогнули, а теперь ставим, чтобы они были подогнуты в разные стороны. И теперь собираем все это дело обратно. Бамс-бамс. Интересно, даже получилось или нет. Да. Надо, наверное, склеить. Ну-ка. Ну, чуть-чуть получше, но... В общем, если все пройти вот таким способом... О, собрал, да, мастер? Если все пройти таким способом, то, я думаю, можно добиться какого-то результата. Эффект есть, но он очень маленький. Надо поправить. Второй способ с подгинанием пластин. Ну, это ерунда. Все-таки это ерунда. Есть третий способ. В принципе, очень легкий. И тут нам понадобится кусочек пластика. Все равно какой. Хоть крышка от майонеза, хоть выключатель. Вот у меня на объекте выключатель.
берем грязный выключатель, грязную отвертку. Делаем вот так. Берем ножницы. В моем случае по металлу. И режем кнопку. Во. Все равно где, все равно как. Сейчас мы выберем какой-нибудь кусочек отсюда. Вот так вот. Ну, пусть вот так. И подгоним его сейчас по ширине пластины. Равняем с одной стороны. Можно даже чуть-чуть делать глубже. Ножичком отмечаем. Здесь осталась царапина. И отрезаем по царапине. Так, проверяем, шире она у нас, не шире. Вроде бы не шире. И теперь такой момент. Поскольку у нас вот здесь есть зазорчик, и пластины здесь болтаются, мы можем вставить этот кусочек пластика вот в это место. Тик. Вот так. Вот. Мы заполнили эту часть. Теперь пластинам стало сложнее ходить. Они уже так не ездят. Но одной будет, я думаю, мало. Тут зависит от вашего пластика. Если вы найдете пластик потолще, может, и одной хватит. Если потоньше, может быть, сделаете пару. В моем случае, ну, они встали потуже. Но хотелось бы еще. Хотелось бы еще. Поэтому мы добавим еще с этой стороны. Внимание, тут заострять не на чем, все по тому же принципу. Приложили, разметили. Отрезали. И вставили. Опа. Есть еще один момент. Они могут вылететь. Чтобы они не вылетели, нам надо вот сюда капнуть с акринчиком, суперклеем. С акринчиком. Главное не переборщить. Достаточно маленькой капельки. Опа. Активатор сработал. Теперь с этой стороны. Ну и вот таким вот несложным образом мы доработали шаблон с фикс-прайса. Блин, я проговорился, да? Откуда я его взял? Ну да ладно. Сейчас мы с вами сделали из говна конфетку. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. И теперь у нас ничего не сбивается. С вами был Диайванутый. Пока-пока.